по себе почитайте «Житие святых», это книги, 12 книг там. И он к Дорофею, то есть он его ученик Дорофею, это, и говорит: «Отче, а как вот это место понимать?» Он говорит: «Тебе зачем это знать надо? Это все написано, это святой отвечает-то». И он его опять, он молодой бывший офицер, он любознательный, и он тогда настоятелю сказал: «У меня такой помощник появился». Давайте засунем. По себе почитайте «Житие святых», это книги, 12 книг. Игнатий Иванович, морковку надо чистить уже. Как говоришь? Морковку чистить надо. Снимай его. Морковку чистить? Давай, буду чистить. Окошек запусти. Говори, когда начнем. Каждое утро, вот мы берем морковку, можно для глаз. Разные лекарства придумывают. Много работает на компьютере. А я с первого дня почувствовал это, что необходимо. И вот две морковки. Сейчас мы вторых трем побольше. Спрашивает: а как догадались? Оказывается, новые лекарства, они содержат каротин. Организм потребовал. И все-таки, учитывая то, что 8 лет я провел за книгоиздательством, а это более 30 тысяч часов. Так что я даже, находясь в детском лагере, несколько лет ни разу не искупался и на костер не мог сходить. У меня в среднем круговой, учитывая субботу-воскресенье, за 8 лет, получается по 14 часов каждый день. Отдельные часы, отдельные дни. Я проводил за компьютером и на переписке, оцифровке, когда в интернет ставил, по 18 и 20 часов даже несколько дней было. Ясное дело, что я остался бы без глаз. Но по милости Божией, при солнечном свете я еще считать могу почти самое мелкое. И вот мы живем трое, и по переменке, ну, три дня, следующий опять начинаем. Моркови готовим, много сажаем и моркови. Тут нам сестры еще что-то дают. И каждое утро, вот, первым делом что делаем? Вот, встали, помолились. Потом у нас тут просфоры. Каждое утро мы от просфорки откусываем помаленьку. На. Вот я. Вот просфора, видишь, какая она. Батюшка нам дает. Возьмем его. Потом освященной воды. Каждый кружечку свою бери. Помаленьку. Это для исцеления души и тела. Вот. А потом трем морковку. Морковка имеет такое свойство. Володя, сейчас дай тоже. Я уже попил. Попил? Выпью еще раз. Что как только ее мы натерли на самой мелкой, не просто
как капусту, когда солят, шинкуют, а очень-очень мелко. И тогда оно быстро усваивается. И нужно, чтобы не больше 5 минут было, как только натрешь. Она требует немедленного потребления в организме. Ничего особенного здесь нет. Вареная она ничего уже не имеет. Как у русских принято, лук жарят. Там ничего, кроме запаха, вони нету. Я вот был в Америке, там интересно кормят людей, как... Ну, у нас бы даже не подумал, что это можно есть. Как будто поросята какие. Пшеница пророщенная, она даже с ростками. Ну, пшеница пророщенная, пропавшая у нас бы была, там, курицам отдали. Дают капусту. Да капуста там не наша, а какая-то лопухами. Синяя там всякая. Я все время там голодный был. Хлеба дадут, ну, на один жавок такого хлеба. Да еще вот такой вот, какой-то как... Сайка, и пополам одна половина черная, а, ну, хлеб такой, не белый, а другая белая. Ну вот выходим, я все время есть хотел там. Но проходит маленькое время, ну минут 20, я чувствую, уже есть мне неохота. Эти, у них как-то это все продумано, и чтобы лук жарить, они даже, говорит, не слыхали. А у нас только его перепортят на кухне, в нем уже ничего нет в этом луке. Хоть не потешат, нет пока. Это слишком полная кастрюля-то. У нас Володя, главный здесь, который готовит пищу. Его не было тут целый месяц. Так готовил я. Вася стараемся не трогать на подготовку. Он бегает за водой, за углем. Вот. Так, ребята, подходите. Это вот твоя ложка-то? Или моя? Это моя, кто-то взял ее. Вот теперь что? Чтобы ничто не пропало, вот как готовим. Щеточкой прочистить ее по всем. А когда трем, даже этого люди иногда не знают, столько они тратят. Трешь сначала так, маленько погодя, повдоль этих, она делает там риски такие на морковке-то, и как раз стер, вот она. Вот так, потом опять так идет. И она очень хорошо тогда трет. После этого прочистил немного с двух сторон. Потому что каждая крошка дорогая, а не та, что куда попала. Вот. А тут у нас чай готовим из разных трав и шиповника. Видите, а потом туда в эту воду сливаем, это как уху готовят. Компот. А теперь вот это вот, проливаю ее водой сверху, морковку, которую терку-то, и поколотил. О! Абсолютно чистая. Ну, маленько еще это есть, дернул и все. У нас воды идет минимально. Побил. А тут у нас очень много чистой бумаги. Я вот мою, когда пол у себя, мне достаточно, ну, одной кружки воды. Кружки. Меньше пол-литра. Я бумажки намочу, пыль собрал, стер и все. Конечно, хозяйка, когда придет, нам тут достанется за такое мытье. Но главное то, что у нас ничего не пропадает. Вот что, мы живем экономно. Мы как подвижники в пустыне. Это нам необходимо. Хлеб, как правило, вот пекут нам сестры из нашей муки. Я даю 2 мешка. Один мешок нам, а другой им. И вот она, нянила здесь Щукина. Вот, она подсушена маленько, а потом в воду. Видите как, все это пустяки, мелочь. Но это образует нашу жизнь, как я называю, мозаика нашей жизни. Чтобы нигде ничего не пропадало. Постучал, вот оно, все здесь. Ни время не тратить, не надо ничего. Так, хлопцы, я делю на 3 части. Нас сегодня 3 только. Вчера Михаил был, тут у нас на 4 части было. Все. Вот, пожалуйста. Теперь крутнул чашку, какая достанется. Пожалуйста. Потекло. О, срочно надо снимать. Выключить. Вот скорее. Ой-ой-ой, тут как-то она не досмотрели маленько. Я выключу, потом она дойдет. Ну вот и все. Знаешь, поварешку просто отсюда воды отлейте. Ага. В эту чашку. Тут и пены-то никакой нет сегодня. Вот. Капуста, картошка. У нас еда хорошая. Мяса никогда не бывает. Я мяса не ем никакого. Ну, никому не запрещаю. Но только у нас, когда собираются люди, свинину, сало раньше приносили, я категорически запретил, чтобы ее не было. Ну, люди согласились с этим. Колбасы, чтобы не было, потому что готовят там разные
кровяные отходы, и туда идут все, кровь запрещена. И у нас не сало, конфет на столе тоже нет, это когда общая трапеза. Ну, мы довольны. Ничего тут особенного нет, какие-то подвижники, там что-то. Для организма надо смотреть, что полезно. Сам организм подсказывает. Мы соблюдаем все посты строго. Вот у нас тут написано по посте. Что тут у нас? Ага, мы смотрим, в какой день можно, нет, растительное масло. Ну, это все для пользы человека. К истинному православию в книге, там есть о постах. Это я из Большого Устава, со славянского, церковно-славянского языка, сам переводил. Книги такие были для людей, простонародья. И Большой Устав. Все как положено и было сделано. Вот. Это не оно. По милости Божией. Ну все, давайте. Все.